Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами снова я, Галина, и сегодня у меня заказ Фаберлик. Фаберлик. А по какому же мне номеру каталога? Девочки, честно говоря, даже не помню, по какому. Так, пришел 11-й, значит, по 10-му. Уже думала, ничего не буду заказывать. Все, прекращаю с этими заказами. Нет. Обязательно вот посмотришь, что-нибудь нужно, а что-нибудь хочется, и опять заказ есть. Ну, давайте мы посмотрим, что же я там заказала. Так, это мне пакеты. Мне не хватало немножко копеек, поэтому пришлось пакеты заказать. Во-первых, я заказала отбеливатель. Ой. Он мне обязательно нужен, потому что вы меня, наверное, видели. У меня есть белая шаль. И она как-то становится сероватая, поэтому обязательно нужен отбеливатель. Отбеливатель очень хороший, безупречная белизна, кислородный. Номера я на нем не вижу, чтобы вам сказать, но я думаю, кто заказывает, номер найдет себе в каталоге. Вот. Так что вот такая вот целая баночка. И ложечка здесь есть. 500 миллилитров здесь. Второе, это вот такой вот универсальный жидкий спрей, пятновыводитель. Это, вот тут вижу сразу 3 единички 51. Это у меня знакомая попросила ей заказать. Говорит, часто дети что-то там нашлепают на одежду, а этим пятновыводителем прекрасно, моментально все пятнышки удаляются. Также, девочки, я заказала очень вкусный кондиционер для белья. А, называется он розовый бархат. Выбирала, а потом думаю, ну я этот аромат знаю, зачем мне надо что-то менять? Сейчас я его понюхаю. Вкусненько пахнет. Но только вот что я хочу вам сказать, если вы этого не знаете, что если вы вешаете свое белье на солнце или сушите на батарее, вот это вот тепло, оно моментально съедает вот этот вот аромат. Сушить надо где-то вот в тенечке, или если в ванной сушите, то просто вешайте на веревочку, не ложите на батарею, иначе все. Это пустое, выброшенные деньги. Вы аромат добавили в ткань, и она тут же, вот это вот тепло, оно моментально съедает. Также мы с девчонками заказали дезики. Кто что хотел себе. Я себе взяла опять алоэ вера, мне он очень нравится, он такой без запаха совершенно, очень легкий. А девчонки взяли себе вот такой вот розовенький, голубенький. Вот, хорошие эти самые дезики. Удаляют все запахи, вернее, надо, конечно, им пользоваться. Сначала надо помыться, потом нанести этот дезодорант. Но я имею в виду, что вот предотвращают все запахи. И долго держится. Вы знаете, вот целый день можно отходить, заниматься делами, и вот пот не проступит. Прекрасные вот эти вот. Я их уже не первый раз покупаю, но вот все почему-то меня на алоэ вера тянет. А может, надо было бы что-нибудь другое уже попробовать. Но в следующий раз, наверное, попробую другое. И последнее, из-за чего мне захотелось очень сделать этот заказ, это вот такой вот блеск. Девочки, смотрите, какая красота. Даже в каталоге он не настолько красив, как он красив вот в этом флакончике. Сейчас мы посмотрим, какая там кисточка. Так, тут, конечно, заклеено очень хорошо. И отклеиваться совершенно не хочет.
Но если долго мучиться, что-нибудь получится. Так, отсоединила. Вот такая вот кисточка здесь. Но я не вижу себя, конечно. Но попробовать по руке, что ли. Так, дайте посмотрю я. Вот такой вот розовенький. Я думала, он будет очень ярко-розовый, потому что там еще есть прозрачный. Но решила, что прозрачный он, ну что, прозрачный нанесешь, будет немножечко блестеть и все. Прекрасный блеск. Не яркий. Более бледный, чем вот кажется вот в этом самом, в тюбичке. Вот такой вот красивый. И, конечно же, каталог. Каталог 11. Красивый каталог, яркий. И опять, может, ничего не заказывать, но когда посмотрю, обязательно что-нибудь себе найду. Да, и говорят, здесь есть новые чаи. Различные. А у меня моя знакомая все время просит какой-то чай, вот успокаивающий на ночь, чтобы пить, что плохо очень спит. А сегодня я пришла получать заказ, смотрю, у этой самой, у Ирины там стоят такие пакетики, уже не коробочки, а такие пакеты интересные. И она говорит, новый чай. Говорит, я говорю, я не видела в каталоге. Она говорит, так это же будет уже в новом каталоге. Так что вот буду листать и вам обязательно полистаю, чтобы вы посмотрели. Честное слово, полистаю. Ну, вот такой вот у меня, девочки, был заказ. Небольшой, на 29 рублей, как положено, ни больше, ни меньше. Ну, все такое вот, все такое нужное.